Добрый день, друзья! Сегодня у нас будет экскурсия по грин-маркету Калининграда. Для этого мы оденем маску, и я вас проведу по коридорам нашего торгового дома. На Сейме в Калининграде открылся грин-маркет в 2019 году. Это здание предназначено для торговли продовольственными товарами. Здание стало третьим в одном ряду с экватором и торговым домом Сельма. Все эти здания соединяются между собой переходами по второму этажу. По красивой зеленой лестнице мы спускаемся вниз в Green Market. Справа будет находиться отдел с виноводочными изделиями. Слева сразу под лестницей находится молоко и яйца. Если честно, я бы не рискнул покупать там продукцию, потому что уж близко расположена к этой лестнице, пыль идет, грязь. На первом этаже нового помещения расположились все торговые магазины продовольственного рынка Сельма, ранее находившегося внутри территории. Тут и бакалея, и молочные продукции, и мясные ряды. Есть на первом этаже и своя столовая. Кстати, вы видите, что много людей здесь обедают. Я купил для себя коржик в русском хлебе и возвращаюсь к себе наверх. На втором этаже находится множество мелких магазинов. Ну, есть там и супер цены, и фикс прайс, где можно приобрести товар по хорошей цене. Вот такую небольшую экскурсию совершили мы с вами по Калининградскому грин-маркету. До новых встреч, друзья!